Про те, чого немає в нашому місті, про те, що з'явиться завдяки новим соціальним проєктам. Сьогодні поговоримо із нашим наступним гостем. Рада вітати Анатолія Пустоварова, який є керівником відділу з питань регіонального розвитку ОАО «Запоріжсталь». Доброго ранку. Доброго утра. Доброго утра. Кілька місяців тому ми зустрічалися і говорили про те, що стартував третій сезон, так би мовити, конкурсу соціальних проєктів «Мия та город». І на сьогоднішній день говоримо про те, що вже до фінішної прямої наближається це змагання. Це дійсно змагання, оскільки дуже багато заявок цього року поступило. І вже 7 числа ми дізнаємося, хто ж став переможцем 2015 року. Ну, але перед тим, думаю, варто згадати, зокрема, і про те, що відбувалося із самого початку. 2013 року стартував цей проєкт, і він має, як ми бачимо, цілком очевидний розвиток. Добрий день ще раз. Да, в 2013 году мы предложили горожанам совместно с комбинатом «Запоржсталь» подумать, а что же в Запорожье сделать нового, интересного, а самое главное – полезного. Поэтому, начиная с 2013 года, конкурс «Мы – это город» набирает социальные проекты, социально-проектные заявки, которые затем достойнейшие, лучшие мы помогаем воплощать. Поэтому вот в 2013 году в районе 700 тысяч мы предложили, затем… И 14 переможців там было. Да, и 15 победителей, 15 хороших проектов мы получили на выходе. И потом на следующий год мы уже предложили чуть более миллиона, 1 100 000, и 17 проектов у нас победили, украсили наш город. Но в этом году пошли немного дальше, то есть было заявлено 1,5 миллиона гривен. И уже большее количество победителей. И уже, как обычно, наш экспертный совет и руководство комбината прибавило немного финансирования, забегая наперед, насколько узнаем 7 числа. И больше 150 заявок цього року было. Сколько там точно? Да, 164 проекта подали наши запорожцы. Запорожская область, кстати, тоже присоединяется всегда активно с интересными проектами. И вот теперь постараемся, вы сказали финал, я бы назвал это все равно тоже полуфиналом, потому что основная часть, самая важная, это на протяжении оставшегося полугода реализовать теперь эти все проекты, то есть где надо построить, где надо повеселиться, где надо узнать что-то новое. То есть финал – это когда уже проект будет полностью запущен, когда можно будет показать итоги, конечно, как все это до конца происходило. Года будет вот, реализовано, да. Все, да? Из тех проектов, которые принимали участие в этом году, какие бы вы выделили для себя более значимые, интересные, экзотические? Потому что мы как раз, когда беседовали в прошлый раз, вы говорили, что будет несколько направлений в различных сферах. В этом году что вас удивило? Ну, были такие у нас направления, как благоустройство, инфраструктура, такие, скажем так, важные действительно проекты. Были не менее важные, и мы уделяем постоянное внимание, как образование, спорт, культура. Также волонтерство, где сейчас, наверное, бьются все рекорды, и действительно очень много интересных проектов тоже было подано. Ну и патриотизм, патриотическое воспитание. Хотелось бы отметить, что... Хотелось бы отметить, да, наверное, проекты по культуре. Очень много их было, и я думаю, кто бы что ни говорил, без этого невозможно представить нормальное развитие гражданского общества, в принципе, страны в целом. Потому что действительно очень много интересных таких проектов было подано. Все-таки наша давняя мечта о том, что Запорожье не только индустриальный, но и культурный центр, понемногу будет осуществляться. Да. До речи, а в каких самых сферах цього року громадські організації Запоріжжя та області проявили себе найбільше? Тобто, яка саме з цих номінацій викликала найбільший інтерес? Ну, больше всего было и подано, и победило это, конечно, в направлении благоустройства и инфраструктуры. Не знаю, может, потому что люди видят недостатки в этом направлении, а может, кто-то хочет своими руками действительно сделать вклад, и реальный, чтобы это было видно, и этим пользовались другие. Так как с каждым годом не только увеличится количество проектов, но и действительно их качество. То есть люди уже более относятся серьезно к бюджету, к проработке. То есть это уже поступает не какая-то там идея, а полноценный проект, который можно брать и реализовывать смело. Ну, ну власне, відтепер всіх цікавить питання, коли ж ми дізнаємося, хто саме з тих організацій став переможцем. Дізнаємося ми це 7 числа, тобто уже на цих вихідних. Де саме та з яких обставин дізнаєтеся, до речі, з наступного ролику. На летней сцене в парке «Дубовая роща» подведение итогов конкурса социальных проектов комбината «Запоржсталь» «Мы – это город 2015». Финалисты получат более 1,5 миллионов гривен. Гость вечера – Арсен Мирзоян. Начало в 17:00.
Отже, уже о 5 годині вечора в неділю дізнаємося імена переможців. І відтепер всі ті 27 організацій, проекти яких стали переможцями, стануть перед серйозним завданням їх реалізовувати. Які саме етапи реалізації мають бути і коли вже мають бути з'явитися перші результати? Коли можна буде їх подивитися? Акцентувати увагу, що саме в 17:00, в це воскресенье, в Дубовій рощі на літній сцені, пройде це мероприятие, всіх приглашаю, действительно будет интересная программа, торжественная, помпезная и, я думаю, полезная. Можно приходить с детьми. Все будет семейный праздник. Все будет семейно, да, как обычно. Что касается вашего вопроса, то мы ждем от проектов не только, чтобы в конкретном месте что-то там появилось и пошли дальше, а действительно, чтобы горожане в этом участвовали. И общественная организация – это как раз те организации, которые объединяют какие-то целевые аудитории, какие-то группы по интересам. И поэтому это всегда происходит интересно, массово. И каждый человек, да, каждый житель, особенно если это касается каких-то территориальных объектов, начиная там площадок спортивных, либо детских, и заканчивая действительно какими-то инфраструктурными объектами, многофункциональными и так далее. И очень интересно, когда вот то, что мы увидели в этих проектах, когда люди, вот громада собирается вокруг этого проекта, и происходят там и народные стройки, и, скажем так, массовые мероприятия по вовлеченности и информационной там, по пропаганде, так как мы знаем, что, к сожалению, да, не важно еще построить, а важно уберечь это в течение какого-то времени. В любом случае, оставим основную интригу на воскресенье, подведение итогов, как раз когда будет все объявлено. Но из тех проектов, которые в этом году, что-то искренне вас удивило, вот по вашему мнению, что могло быть не оставить, вернее, равнодушным наших жителей? Вот какие-то нестандартные все-таки идеи были или нет? Конечно, будем говорить, стали они победителями, либо не стали, но искренне вас удивили. Конечно, были проекты очень разнообразные, очень интересные. И что хотелось бы еще отметить, участвуют как старый, млад, то есть приходят, может быть, вот иногда даже люди очень пожилого возраста. Вот было письмо уважаемого человека, которому уже возраст приближается к 100 годам, да. И он написал письмо, что он заметил этот проект и, к сожалению, не может там на компьютере должным образом все оформить. Но на листах А4 расписал полностью свою идею, свое видение той проблемы, которую надо решить. То есть это тоже показывает, что вот такие мероприятия полезны и важны для города. Есть социальный запрос, значит, комбинат «Запорожсталь» будет пытаться помогать воплощать это в реальность. Что касается вот интересных проектов, мне кажется, достаточно их проходит в городе, но этого никогда недостаточно. Это мероприятие культурно-массовое, куда можно прийти с детьми, провести хорошо время, тем более сейчас, когда погода позволяет. Поэтому много интересных фестивалей было предложено, начиная там от фестивалей книг, заканчивая до фестивалей по домашней консервации. Вот такой даже был вариант. Ну, как раз сезон начинается. Власне, мы уже бачимо на власні очі, что с 2013 года проект развивается, и он стає больше, бюджет стає больше, организации стає больше. И, как вы уже зауважили, дуже важливо є, чтобы цей, будь-який проект, який реалізовується, він на цьому не зупинявся, чтобы він мав певне продовження и якось розвивався. От на сьогоднішній день, уже 3 роки поспіль влаштовуючи цей фестиваль, яке от Як в мистецтві кажуть, надзадача, да? Який розвиток, яке значення ви в ньому вбачаєте? Я бачу, що взагалі люди, жителі нашого міста, зрозуміли, що можуть самі впливати на те, що відбувається в місті. Якщо щось не влаштовує, ти щось придумуєш і змінюєш це сам. От як ви гадаєте, самі жителі нашого міста після цього проєкту стали якось інакше ставитися і до себе, і до своїх можливостей, і до міста, в якому вони мешкають? Помимо того, что есть на поверхности, да, это то благо, тот проект, который реализован, я бы выделил еще три составляющих нашего проекта. Первое – это многие люди слышали, да, что такое гранты, что такое там проекты, но никогда не делали. И поэтому действительно, когда мы вовлекаем людей в проект «Мы – это город», они начинают от банального, как пользоваться, это не шутки, как пользоваться там интернетом,
PowerPoint, Excel-ами, Word-ами, да, и заканчивая действительно уже какими-то азами социального проектирования или проектного менеджмента, вот они в это вовлекаются, и вот такая, скажем так, образовательная тоже программа всесторонняя идет в рамках проекта в течение полугода. Второе, что бы я отметил, это люди знакомятся. У нас проходят, и в этом году первый раз прошли, то есть общественные слушания, где мы обсудили там с общественными организациями города, какие же направления выбрать, а куда же лучше и деньги потратить, и обратить свое внимание, начать проектировать. И на этих мероприятиях люди знакомятся между собой, организации, которые занимаются одним и тем же, по сути, не знают друг друга, и на таких мероприятиях знакомятся, объединяют усилия, готовят более качественные проекты. И третье, что бы я выделил, это, конечно, все-таки вот тот социальный эффект. Ну, что такое социальный? Это направленный на людей. То есть то, что действительно проект помогает людям решать их проблемы и, самое главное, как мы уже с вами сказали, своими руками. Что, конечно, позволяет не опускать руки, поддерживать проект. И вот такие проекты, которые созданы своими руками, они живут на протяжении долгих лет, к сожалению, не так долго, как это бывает часто, когда это либо кто-то делает за вас, либо это государство, либо это там просто появляется ниоткуда. И человек этим пользуется, конечно, не так бережно и не так пристально обращает на него внимание. Фактор особистої відповідальності, як на мене, взагалі важливий і в проектах, і в повсякденному житті. В будь-якому разі, я нагадую, що саме цієї неділі, 7 числа, 7 червня о 17 у парку Дубовий Гай буде відбуватися церемонія, урочиста церемонія нагородження всіх переможців проєкту «Ми та город» 2015 року. Приходьте обов'язково, і я впевнена, що вам буде цікаво. Ну, а зрештою, з усіма переможцями цього проєкту, вірніше цього конкурсу, ми поспілкуємося уже цього та наступного місяця, тож стежте за нашою програмою. Приходіть і підтримуйте ті проєкти, які дійсно в цьому році оказались найцікавішими, і ви вже узнаєте, що в ближайшому будущем ожидает всех жителей нашего города, ожидает город Запорожье. Я так думаю, все те инициативы, будь то в культурной сфере, будь то в социальной, и будут поддержаны. И в любом случае мы будем наблюдать за динамикой просто развития нашего города, действительно, как культурной столицы, как социальной, каких-то волонтерских движений. В общем, будем смотреть в динамике за развитием тех проектов, которые были выбраны в этом году лучшими. Ну а у нас в гостях, я нагадаю, был Анатолий Пустоваров, який керівником відділу з питань регіонального розвитку ОАО «Запоріжсталь». Дякую, что завітали до нас. Наша программа продолжается. Спасибо. 7 июня на летней сцене в парке «Дубовая роща» подведение итогов конкурса социальных проектов комбината «Запорожсталь» «Мы – это город 2015». Финалисты получат более 1,5 миллиона гривен. Гость вечера – Арсен Мирзоян. Начало в 17:00.